Когда-то это был поселок городского типа. Зеленый городок называли его местные жители. После развала СССР Состюбе пришел в упадок. Теперь в поселке живут около 9 тысяч человек. В основном жители занимаются сельским хозяйством и многие работают на цементном заводе. Айгуль Бабанова проработала на цементной лаборатории 5 лет. Недавно попала под сокращение, но на жизнь не жалуется. А вот повод для радости всегда можно найти. Не так давно на их улице проложили асфальт, о котором они и не мечтали. Я замуж в Состюбе вышла еще в 80-х годах. Раньше тут не то что дорог, ни воды, ни света не было. Выживали как могли. Когда сказали, что асфальт будет, мы не поверили. Спасибо, конечно. Но есть проблемы с работой. Но мы понимаем, сейчас везде кризис. А живем мы в нашем поселке хорошо и мирно. Это главное. А вот жители улицы Заводская дорога недовольны. Как ее не было во времена Союза, так и сейчас нет. Сельчане даже решили, что дорогу будут прокладывать сами. Но в администрации аула пообещали дорогу сделать с наступлением тепла. Жители решили подождать, но уверяют, если акимат слова не сдержит, прямиком пойдут жаловаться в руководство области. Мы видим на самом деле, что работы ведутся в нашем ауле. Дороги прокладывают, до нас очередь тоже придет. Мы ждем, но долго ждать тоже не собираемся. Наш аким сказал, что начнут прокладывать асфальт с потеплением. Мы ему верим. По городской программе модернизация дорог мы работу провели на 90%. Остались отдельные участки, но мы и там все завершим. Сейчас мы заканчиваем те места, где дорога была в худшем состоянии. Жители с пониманием относятся к нашей работе. Шудин Саидов, Николай Иванов, Роман Примкулов. Информационная служба телекомпании «Отрар».